Друзья, всем привет! Единственный в мире уцелевший полностью корабль викингов. Чтобы попасть сюда, надо заплатить 150 ихих денег, но на наши это где-то 1000 с копейками. То есть, представляете, сколько народу желающих посмотреть на это чудо, сохранившееся до сегодняшнего дня. Ну, скажу, откуда он взялся. Корабль при выходе из порта сразу затонул. Затонул, то есть он ни разу не участвовал ни в одном походе. Сделан был для короля. То есть он куда-то хотел на нем поплыть, но не смог. Так как сразу же затонул при выходе из бухты. Пролежал он до 1960 года, а потом его подняли и сюда поставили. Всем удачи, добра, все тут любуются им, красуются, и я тоже.